Итоги прошедшей недели подведены в администрации. О них доложили руководители управлений и ведомств округа. Оперативная обстановка, вопросы пожарной безопасности и чистота в округе стали основными темами совещания. За прошедшую неделю в межмуниципальном управлении Либерецка поступило 1850 сообщений от граждан, 23 уголовных дела возбуждено, 25 раскрыты по горячим следам. Было 172 ДТП с двумя пострадавшими. Такой выдалась неделя у люберецких сотрудников правопорядка. Следующими отчитались в проделанной работе огнеборцы. Им предстояло совершить 32 выезда по сигналу тревоги и потушить 4 пожара. Все возгорания обошли стороной городской округ Люберцы. Два пожара произошли в квартирах на территории городского округа Лыткарино. Один пожар произошел в садовом домике на ВСНТ «Горняк» на территории города Котельники-1, а пожар произошел на территории города Дзержинский. Бытовая техника и помещение кухни-кафе. Замена лифтов продолжается в городском округе Люберцы. На сегодняшний день 94 из 130 новых подъемников уже функционируют в многоквартирных домах. Оставшиеся лифты установят до 28 февраля. Придомовую территорию и городские улицы приводили в порядок 1000 человек и 97 единиц спецтехники. За прошедший период выведено более 8 кубических метров мусора с несанкционированных свалок. С 3 февраля по 9 февраля сотрудниками административной комиссии номер 44 по городскому округу Люберцы вынесено 3 постановления на сумму 180 тысяч рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории. В наведении порядка на дорогах и тротуарах на минувшей неделе задействовали 64 человека и 26 единиц спецтехники. Рабочие очищали проезжие части и остановки общественного транспорта, обрабатывали дороги противогололедными материалами. За отчетный период вывезли 79 кубометров мусора. Анна Троян, Валерий Абсолямов и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.